Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю проходить последнее дополнение к Anno 1800 «Земля Львов». Уже 4 серии было. Рекомендую к первой перейти, посмотрите, если вы случайно наткнулись на это видео. Для всех остальных давайте приятного продолжения просмотра и продолжим. Я тут выполняю квесты, заодно пытаюсь на следующий уровень перейти. Как же вкусно пахнет свежеиспеченная инжера. А, подожди, тут уже нету следующего уровня. Интересно, а за счет чего тогда мы сможем апнуть? А, когда будет штука, еще мне надо 600 старейшин, по-хорошему. Мне просто надо 600 старейшин. Причем, наверное, стоит апать пастухов, потому что у меня вот для похлебки... Я, конечно, могу похлебку сделать, но... у меня просто не хватит старейшин, например, чтобы поставить эту кухню вата. Эти 70 старейшин надо, их у меня нету. Так, с инженерами буду тоже квест выполнять, но сейчас сначала вот апну жителей. Так, давайте еще предварительно... Так сделаю, наверное. Ой, блин. Опять из-за сейва не включился режим... Включился режим чертежа. Случайно построил. Ладно, давайте апгрейдиться. А где у меня... На кого работает? Ага, вот так работает у меня ратуша. Поэтому, собственно, те... Кого ратуша в радиусе ратуши, тех и апаем. Вы поднялись так, на новую ступень. Новый статус города — крупный район. И открылись. Так, вот теперь у меня открылось топливо, во-первых. Во-вторых, очки. Не знаю, наверное, пока очки не буду возить. Примите в знак благодарности. Прям уж так счастья мне тут не надо. Прям уж так сильно, я бы сказал. А вот заняться... Кстати, а старейшинам даже никакие издания не по... в потребностях не будет, да? Иллюстрированный текст. Это тоже надо будет производить. Да, из дерева... А, видите, из дерева со старого света надо будет сюда привозить дерево. Бумажную мастерскую тут построить и будем делать... Фонари. Потом еще будет 1000, ладно. Во, тут порт можно будет наконец-то строить. Пирс. Хотя тут только пирс и орудийная башня. Такое, ладно. Нам нужен маленький нефтяной причал и потом заправочная станция. А вообще у меня есть свободные... свободные нефтетанкеры. И, наверное, надо будет построить. И вообще, откуда мне лучше возить его? Наверное, смысл Трелони. Или Трелони. Как он называется? Если просто гляну, сколько у меня тут накоплено. Да, 1900. Тут... То есть тут куча электричества производится, и тем не менее... Дофига. Так, ну тут я не вижу... Чтобы у меня были нефтетанкеры свободные. То есть в новом свете... Ой, не в новом свете, в старом свете как раз. Надо проверить. Грузовое судно, грузовое. Да, походу нефтетанкер надо строить. А вот тут, кстати, нефти не хватает. Для производства. Ну ладно. Эти нефтетанкер пока. Я бы даже две штуки сразу сделал. А даже можно и три. Меньше рабочей силы, стоимость строительства дешевле. А и периферианские корабли, кстати, еще могу строить. Между прочим, собственно, они у меня там в военных и построены. Так, окей.
Значит, тут я бы подождал. Я бы сейчас выполнял квест и подождал прибытия сюда нефти. По той простой причине, что я тогда... А, ну знаете что, я могу здесь еще улучшить... Не хватает рабочей силы. Улучшить... Как его? Орошение сделать. Может, хотите выпить чаю? Может, и хочу. А может, и не хочу. Кто меня разберет? Так, могу ли я так ставить? По-моему, сейчас в патче сделали, что даже если половина... на нужной территории, то он уже будет обрабатывать. Я просто хочу вот так провести и тогда вот так делать. Да, видите, модули на плодородной почве, соответственно, 134 уже процента быков. Так, тут у нас будет дорога тогда так идти. И, соответственно, орошение. Вот так делаем пока. Как же тут? Тут надо как-то вот так орошение провести. Соответственно, чуть повыше. Так, если я хочу так орошение. Давайте попробуем вот так сделать. Так. Так. Блин, не совсем. Мне вот эту вверх надо... Вот эту, во-первых, надо вверх немножко поднять. Так. Так. Боже, о чем это они разговаривают, что за волосы по всему телу? Ага. Так, уже лучше. Вот тут будет идти орошение. Угу, уже можно обратно вернуть. Сейчас я эту подвинул. Вот так поведу. И, блин, может так и вести? Собственно... Блин, убралось все. Сейчас, подождите, я подумаю. Так, тут надо 4. Блин. Ох, тяжело, тяжело. Не, надо что-то по-другому как-то делать. Давайте попробуем. Так. Спахать больше людей пора, пустяк. Так, 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 вот это мы передвинем. Блин, хотя тут так 5. Так, а если мы эту сюда, а для этой сюда? Во. Зашибись, все, и ведем теперь... Орошение. Напугали корову, теперь будет давать кислое молоко. Да харе там всем рассказывает, что волосы по всему телу. Так. Ну вот.
Уже немножко... Я, конечно, не все оросил, так сказать, но уже лучше. Так, во-первых, вот это апаем. Во-вторых, все склады еще можем апнуть, так? Окей. Что у нас по квестам? Две похлебки из моря про. Ну вообще надо бы. Блин, в похлебке. Ладно, давайте глянем, что тут за квест с инженерами. Исследовательский институт — прекрасная идея. А то, чтобы привлечь ученых со всего мира, уйдет время, но почему бы не построить само собой прямо сейчас? Наш институт должен быть достоин лучших ученых, желающих раздвинуть границы знаний. Прямо исследовательский институт у нас. Так, Нет, это все-таки, наверное, в старом свете строится, да? Да, вот ученые. Так, фундамент. Ну и где его ставить? Не хватает рабочей силы. Сейчас какой у него фундамент, давайте глянем. Ну, наверное, где-то здесь надо. Внутри города, тем более тут электричество. И где у меня не построено? Чудо, а не город, скажу я вам. Или тут на въезде построить. Давайте тут где поближе. Вот так. Все, начинаем строить исследовательский институт. Ну у меня тут всех просто... А, подожди, цемента нету. Кирпичи-то есть, а вот цемент вряд ли. Мне надо все этот цемент привезти. Сейчас проверю, что реально цемента нету. Девять штук, да. А надо... 120. Так, у меня тут есть... Нету. Есть. Хотел узнать, есть ли тут аэростаты. Они просто самые быстрые в игре. Я не знаю, у меня там что-то на севере что-то случилось, но я не буду туда разбираться. Давайте на всякий случай полную привезем. Мало ли в будущем понадобится. Так, и в королевские водопады. Все. Следующими квестами занимаемся. Тут чуть попозже сделаю. Вот это, куда сбежал наши последний... Наши склады вновь опустили. Да, господи. Мы надеемся на вашу щедрость. Без меня вообще можете что-нибудь сделать? Так, куда сбежал последний представитель рода Эламайс? Посетите порты НБСы, чтобы получить портовые журналы. Так, ну это, видимо, на кораблях надо. Отправляемся. И я построил... нефтетанкер. Запускаем двигатели. Где он? Вот он. Сейчас сначала мы его отправляем в мыс Трелони, потому что он оттуда будет возить у меня нефть. Ну и тем более, слушайте, надо глянуть, я не посмотрел, что мне тут надо для строительства нефтяного порта. И еще надо подумать, где мне его поставить. Возможно, мне лучше его тут поставить. Вот тут у меня будет место для... Так, маленький нефтяной причал. Что три... А, нет, тут все ресурсы есть. Ну ладно, я его тогда просто как бы обозначу тут. А для... железной дороги. А тут все-таки железо надо. Так, давайте железо привезем. Грузовой корабль готов.
Производство остановлено. Да, там не хватает цемента. Так, что эти хотят опять? Сушеное мясо и чай. Ну, мы и без фантазии особо, как видите. Сушеное мясо и чай. Все, что надо для счастья. Ой, многовато. Пути! Так, не знаю, я вот этот квест вроде выполнил, а блокнот остался у меня с зарисовками. Это нормально вообще? Наш реестр? Куда? Что сейчас было? А, это я пролетел, ну, какой-то квест, видимо, был. Блин. Надо вернуться. Что ж, с этим мы определенно продержимся немного дольше. Воины Китемы сожгли порт, когда вторглись в наши земли. Все реестры сгорели. С сожалением сообщает, что нет... Спасибо. Похоже, какое-то время голод нам не грозит. Летим? Так, тут мы сюда заглянем. На вашей фабрике произошел взрыв. Блин, подождите, написано... Было написано, что... Исследовательское строительство исследовательского института закончено. Ну, тут у меня куча угля для фабрик. Это... Не обращайте внимания. Кучу всего понастроил, когда не хватало. Так, нашел какую-то зацепку. Портовый реестр? Да, конечно. Реестр запрещается увозить с острова. Но у нас есть для вас копия. Спасибо. Так, и вот Китема, да, реестр. Городу всего десяток лет, так что сведений будет мало. Можете переписать себе все, что нужно. Так, давайте читать. Эламайс, должно быть, бежали на лодке. Быть может, их прибытие было отмечено в портовом... Так, это мы про это. Так, жена Мегдема, похоже, укрылась в Шаве, но записи журнала о Накидусе Анитоне говорят о том, что примерно в то же время к ним прибыл одинокий мужчина на небольшом ялике, который плыл на восток. Портовый журнал Ваха Дэшер сгорел вместе с портом 8 лет назад, любые возможные зацепки были давно утеряны. Чтобы открыть меню выбора, некоторые реплики заблокированы, чтобы узнать, как разблокировать. Так, вот, значит, надо плыть на восток, видимо... На небольшом ялике на восток от Кидуси Анитони. Тут решили не переводить, я смотрю. Ист и Шава. Так, давайте на север отрегулируем. Если он тут, то восток, соответственно, сюда. Так что он сюда все-таки прибыл. Курс проложен. А тут перевели. Ну тут ничего... Ничего вроде важного нету. Отправляемся. Хм. Ну хорошо, если не здесь, тогда дальше может? Куда они еще восточнее могли плыть? А, вот этот монумент, который я все искал. Ну, полетели дальше на восток, не знаю. Так, давайте смотреть, что мне надо для... Так, тут еще какой-то квест мне хотят дать. Я хотела отправиться в свой родной город и навестить фас... Он будет судить нас по поступкам нашим.
грузовые станции. А почему у меня вот тут несколько звездочек появилось? Пока сюда слетаю. На всех парах. Корабль вернулся в порт. Что-то непонятно. Так, это у нас кто с цементом? Готов. Благодарю, сэр. А это у нас в музей привез всякого. Так, есть у нас места в музее? Есть. Ну, вот это кольцо, да? Да, короче, сейчас непонятно, что из этого мы имеем, а чего нету. Это плохо. Вперед. Давайте не будем мешкать. Там квесты. Готовы. Выполняю. Эту давайте в старый корабль свет. Вернулся в порт. В хлябь. Так, кто там еще вернулся в порт? Ага, новое, да, нефтетанкер. Управление. Так, давайте тогда, значит, в НБС-е проложите курс. Этот квест. Сюда. Курс задан. Тут строим маленький нефтяной причал. И сразу эти. Корабль построен. Трактора. Я бы, конечно, где-то здесь ставил, чтобы они могли вообще... Зика? Забавно. Из-за всех этих новых морщинок я едва... Короче, полетали чувихи у меня на аэростате. Готовы. Так, все-таки надо решить, где тут ставить штаб-квартиру тракторов. Не, ну в принципе, конечно, тут свободное место, и отсюда даже будут во много куда доезжать, но отсюда будет, да. Будут доезжать... Чувствуется, что у тебя прекрасный вкус. И в эти, и сюда будет. Так что мне надо, кажется, здесь где-то ставить... Опять привал? Такое расстояние, я раньше пешком проходила. Летим? Какое-то расстояние могло пешком пройти через моря. Корабль кому, вернулся. Кому ты рассказываешь? Угольщик готов. Так. Корабль вернулся в порт. Это железо сюда мы везем. Аэростат прилетел. Так, чу... Цементик. Фермер, говоришь? Грузовой корабль готов. Да уж, завидный жених. Укачивает. О, пусть остановится. Готовы, так, господа. Надо здесь. А это что, кто-то вернулся с экспедиции или что у меня тут? Корабль какой-то. У меня куча кораблей тут есть. Надо этого маршрут с нефтью сделать. Угольщик готов. Пускай тут пока постоит. Да. Так, готов. Кусака 2. Нет, давайте другое название. Раньше здесь название. Были трупы, а теперь дороги. Давайте будет Босяк. Зваться. Так. Босяк у нас возит нефть. Из...
королевских водопадов, да, давайте сразу босяк. Ой, а это у меня завет, я построил недавно. В Табарим. Слушайте, 400, мне кажется, много будет. Давайте 200 возить. Потому что это чисто на трактора, они там немного потребляют. Это не на электричество. Так, и все, и выгружаем. Все, поехали. Это сделано. Дальше фундамент делается. Отлично. Инвесторы, заменяющие нас машинами. Так, интересно. Торгующие нами, как скотом. Боже, какой-то этот... Революционер. Я хотел посмотреть, нет ли экспедиции именно вот в этот регион. Но смотрю, что нет. Что вернемся сюда квесты выполнять. Это какой-то дебильный квест. Я вожу по всем местам чувиху. Так. Знаете, куда сбежал? На берегах Вахадешер. А, на берегах Вахадешер. То есть вот тут где-то он должен быть. Найдите корабль беглеца. То есть где-то должен быть, наверное, ялик. Этот мелкий. Не вот это? Да. Так, вы нашли зацепку. Лодка не покидала этот остров, значит, что беглец остался жить. Вернулись? Здесь. Может, помнит кто-то из жителей пора деревни? Уезжать? А как же сестрица Хаджи и тетушка Таби? Так, отлично, нам дали какую-то кобру. Завезем ее в наш... Маневрируем! Кстати, давайте просматриваем... Как выглядит тут центральный этот порт. Выпаривание соли. Не, графика, конечно, прикольная, ничего не могу сказать. Так. Яру надо опросить, да? Корабль с посетителем на борту? Припоминаю, хоть это и было давно. Очень четкое описание. Прошу за мной. Он приплыл на рыбацкой лодке за годы до моего рождения. Он никогда не говорил откуда. Он был добр ко мне, делал для меня луки и стрелы для игры в охоту. Но я никогда не слышал его голос. Он вырезал самому себе язык. Я так и не решилась спросить причину. Я часто бывала в его доме, я его хорошо помню, только теперь он весь зарос. Ага, вот тут. Что-то даже кто-то есть? Так волнительно, здесь известная персона. Дом человека, сбежавшего из... Так, стол старика, рабочий стол старика, старые чернила, прогнившая бумага. Доспехи старика. Так. Я уже так давно здесь, и благодаря местным чувствую себя совсем как дома, и все же меня повсюду преследует тень пламя. Где-то глубоко внутри меня часть меня все еще бежит, спасается от резни в Ангеребе. Ярость Томаса, клинки в груди моего царя, благодаря стойкости, которую спаслась его жена и сын. Я оставил его, чтобы защитить маленького Хайля. Но все, что я мог, это позволить ему бежать, затеряться на улицах города. Сын моего царя, практически мой собственный сын, исчез. Ему придется в одиночку нести ужасное бремя своего рода и переживать последствия полученной травмы. Порой я сожалею, что мы покинули детскую комнату, надо было спрятаться там. Там было так тихо, так спокойно. Надеюсь, ты придешь в покой, мой юный царь, в этой жизни или в следующей. Мы встретимся вновь уже совсем скоро. Кто бы мог подумать, он был так слаб. Он уже давно не служил в страже, и его терзал страх. Что ж, мир его праху. Ну, хорошо. Доставьте корабль к месту назначения.
Отправляемся. Странно, как бы по этой записке выглядит, как будто этот наследник где-то тут и живет, продолжает типа жить. Пусть память о нем оживет хоть ненадолго. Начинаем поворот. Блин, где мне этого Диата взять? Это квест, наверное, уже с какой серии висит у меня. Так, поехали заниматься еще этими похлебками. А, подождите, а привез ли я... я бы сначала все-таки этих сделал. Трактора бы поставил. Так, где-то тут я железо привез. Есть. Мы благодарны. Корабль построен. Так, еще один нефтяной танкер. У меня два нефтяных танкера лишних есть, на всякий случай. Так, сюда нефть еще не привозилась. Давайте выделять место под трактор. Я бы вот сюда поставил, тут вот неплохое место. Так. Во-первых, я мы могу можем вас научить, если хотите. Сделать вот так. А это удалить. Даже вот так можем сделать. Ой. Лишнее немножко удалил. Теперь. Вот примерно так надо ставить. Хотя, подождите, я могу вот сюда поставить. А эту перенести немного сюда тогда. Точно. Так, сколько мне надо места? Ага, на одну клетку левее этой. Вот так. Ставим. Так, теперь мне надо еще будет сюда железную дорогу же провести. Поэтому надо... Давайте вот так, наверное, поставим. Ну что, вам удалось напасть на след? Новый царь, новая эра. Пусть его правление принесет славу Ангеребу и мир тем, кто считает себя нашими друзьями. Что за церемония? Узнайте, кто предатель, которого хотят короновать? Чу предатель? Слава царю Ангереба Калибу, тому, кто избавит нас от гнета Кетемы. И слава вам, вы подарили нам этот радостный день. Фига себе, Калиб себя короновал. Кетема не наш царь, но воевать с ним мы не будем. Если вы поддержите нас, он будет вынужден признать нашу независимость. Мир? Мир будет тогда, когда клятва преступников повесят. Хм. Найти если законного нас... Кстати, я бы попробовал. Война. Ладно, давайте сначала с тракторами разберусь. Нам бы не помешало. Так. Теперь нам надо сюда железную дорогу провести. Вот это будет посложнее, честно говоря. Так, ну тут пока делаем так.
Наверное, надо выше поднять, да. Видимо, так и надо проводить железную дорогу. То вот эту на одну клетку выше делаем. Дожди здесь идут крайне редко. Часть полей на плодородной почве пишет. Ну, не очень, конечно, я классно провожу по плодородной почве железную дорогу, но ее хоть как-то надо провести. Пока. Так. Вот тут надо подумать. Я бы, наверное... Блин, если я так проведу, то... Мне, наверное, там надо будет, видимо, засеивать тогда. Давайте вот так сделаем. Пыльно и сухо. Так, тут еще у нас частично. Да, зато я могу, кстати... Не, не буду. Не буду. Мы благодарны вам за помощь. Но пришло время выбрать... Блин. У меня там время, оказывается. Так. Ваха Дэшер перечитает дневник. Там описано некоторое... Некое... Ну, детская комната описана. Я даже помню. Давайте попробуем. Тут есть детские комнаты в этом замке? Заново прочитать. Так, журнал для записей. Дневник стражника. Это лишь детеныш. Сейчас я покажу настоящий. А, все, что я мог позволить ему бежать, затеряться на улицах города. Род Силамави древний. У него много ветвей. Вряд ли этот мальчик единственный плод дерева. Гость? Как необычно. После смерти царя Вага сюда мало ездят. Да и старая колыбель, да. Советник вроде меня. Здесь надпись. Хейлу, боявшемуся тьмы, и Вагу, посмотревшему тьме в лицо. Неужели это значит, что... Нужная информация есть в кабинете царя Вага. У меня есть ключ. Я нежеланный гость во дворце. А вот вы... Ну, хорошо. Окна его покоев выходили на руины дворца. Осмотрите верхние этажи. Говорят об Инбесе, но дрожат от страха перед Ангеребом. Новый заказ? Не понял, чё, какие... Обыщите личный кабинет слева от... его кабинет находится слева от древнего дворца Едбарока, позади замка за тяжелой дверью. Да. Тут, но что ли? Я до сих пор помню, как прятался и бежал принц в лохмотьях в жестоком городе, где кровь лилась еще до того, как были возникнуты стены. Мой брат Лемма, моя мать, 30 лет назад они бросили меня умирать и бежали, но теперь они заплатили за свое предательство кровью. Что же я превратился? Сын моего брата, Хайле Кетема, я не смог убить его, я вижу в нем величие, которое затмит величие даже наших славных предков. Он станет моим даром Энбеси, хотя немногие... будут об этом знать. Я воспитаю его
научу, подготовлю. И когда придет время, рев льва вновь прогремит в высоких горных вершин. Силы вам. Нужно известить об этом императора. Доставьте ему заметки Вага. Окей. Что-то я пока не особо улавливаю. Интригу этого квеста, честно говоря. Какую из просьб стоит выполнить? Подчинить кому-то Витатхуни? Должен усвоить важный урок. Поможете мне с этим? Так, куда мне это надо отвезти? Вот сюда. Начинаем сопровождение. Так, а там что за квест? Подберите родственника Китеми Вахадешер, чтобы предложить ему место при дворе. Или доставьте в пункт назначения корабля притворного доски. Ваши люди. Нет, давайте лучше подберем. Курс задан. Так, как тут у меня... О, уже привезли нефть. Надо железную дорогу допрокладывать. Так, и мне надо где-то тут разместить... Более лучше. Давайте, наверное. Так, это пока уберем. Что ж, не будем медлить. Передвину склад. Ваши люди чествуют своего лидера. Нет, прийти плохо. Не надо на одну ниже сделать. Да елки. Вот сюда. Тут прокладываем железную дорогу. Видите, тут немножко... Есть. О боже, тут нужны окна с... Но это... Я не понимаю, зачем это делает разработчик. То есть тут они упростили, что не надо те ресурсы, которые тут не добываются. Так это правда. Мой отец что-то говорил о гордом роде Силамави, но я не думал, что в прямом смысле. А, так он потомок получается. Фига себе. Корабль атакован. Вот это поворот. Что, все еще не веришь, что я бессмертна? Блин, ладно, что нам тут надо? Окна и железобетон. Ой, блин. Так, там я с пиратами разберусь. Грузовые станции. Просто трактора — это офигительная экономия работников. Да, сыплю себе соль на раны. И что? Я частично снесу тут эти... Бля, ладно, это когда уже поедут трактора, тогда надо будет смотреть,
Да я вот это смогу построить. Хотя бы железную дорогу тут провел. Хоть как-то. Так. Готовы. Ну, то есть, мы должны теперь сделать выбор. Император отказывается признать. Это еще не все. Наши склады вновь опустели. Мы надеемся на вашу щедрость. Вы убедили нас в добродетели Кетемы. Мы принесем клятву верности на копье Силамави. Наши народы будут едины. Мы небольшой народ, но наша страна — это земля славы и красоты. Вижу, мой советник вернулся. Благоволя кому-либо, ты идешь против добродетели справедливости. Двоюродный брат Кетемы. Выполнив просьбу одного, ты навлечешь на себя недовольство другого. Соливарню и гавань. Ну, завезем к себе домой. Так, сбросим железки. К маневру готов? Теперь надо копье Эламайс забрать. Разворот. Опа, чай закончился. Давайте-ка мы его прекратим выдавать. Нам удалось собрать пожертвования на новый монастырь. Ну, на самом деле, мне не так тут важно счастье. Я просто хочу как бы полностью удовлетворить устарели. Счастье. Ну, то есть всеми ресурсами, которые тут есть. Но в данном случае мне надо пока накопить этого чая гибискуса. Важнее, конечно, вот эти... Ой, нет... Потребности удовлетворять, потому что это увеличивает количество жителей. Ну а счастье увеличивает налоги, которые платятся. То есть вот, например, так как чай гибискус не идет, ну и счастье увеличивается, соответственно. То есть, во-первых, тут сейчас снижается уровень счастья, но в данном случае это не особо влияет. А во-вторых, мне на 3 монеты меньше платит каждый житель. А тут у нас сколько жителей? 1550. То есть я сейчас теряю, считайте, 4500 денег. Ты не рождаешься, Иренья. Эту честь нужно... Нормальный. Тут долго еще будет гибискус собираться. Так, а что с Северским институтом? А, все еще строится. Ну, скоро уже достроится, окей. Так, тут мы за копьем плывем. А, ну да, вот так. Как раз успеваю на водное поло. На водное поло. Он собирается в водное поло играть. Клянусь этим копьем и кровью тех, кому оно принадлежало. Может, вы забыли? Нет. Никто не забыт, ничто не забыто. Музей. Ну, не хочу пока собирать я. Профсоюзы. В производстве используются семена льна, а не лепестки гибискуса. Кстати, может мне взять ее? Как бы плантации, просто плантации гибискуса. Может, хотите выпить чаю?
намного больше занимают, чем нам льна. Бы не помешало больше полей. Кстати, хорошая чувиха. Давайте я ее куплю. Так, давайте я пока тут удалю. Он не работает из-за того, что не хватает полей пока. Я потом заново построю где-нибудь здесь. Готовы. То есть в производстве... Я только не понимаю, как может быть чай из гибискуса в итоге делаться из льна? Чай льна — это... Вы льняное масло пили когда-нибудь? Произошел взрыв. Чай льна — такая гадость. Опа. Блин, это нехорошо. Добыча нефти. Нефть мне нужна. Проложите так, курс. Что там не хватает? Окна и железобетон. Летим? В ваших городах есть руины, интересно. А, это и имеется в виду. Ясно. Так, мне надо сюда. На всех пора. Нет, не сюда, сорян, это нефтяной причал. Сюда. Корабль вернулся в порт. Так, грузовое судно с чем прибыло? Клятва верности? Тогда все и правда закончилось. В Энбессе клятв не нарушают. Да, конечно. Теперь хотя бы будет мир. Отправляемся. Прошу, примите копье в награду. Вы сражались за него. Все от этого копья и вам. Отпихиваются. Так, значит, тетеньку не забудем купить в рабство. Ваши труды в Ангеребе достойны похвал. Вы выяснили о моем улучшенные перестроены. Я сам не знал. По просьбе Ангереба я возведу здесь статуи Хитии, чтобы укрепить дружбу. Окей. Мы снова в строю. Не впервой. Вряд ли тебе это удастся. Корабль атакован. Так. Да, вот эту забираем. Я видел блеск в ваших глазах. Пока не надо мне. Так, а... Торговые маршруты страны были защищены, а порт Табариме начал заниматься международной торговлей? Это что значит? Новый заказ? Готово. Так, ладно, сначала это привести надо. К маневру готов? Похоже, вы безнадежны. Да ты безнадежен, все никак не можешь захватить обратно ничего. Готовы. Так, ну что там с гибискусом? Еще 12. Что-то долго он это, блин, еще и этих рубашек стало городок не хватать. Начинает походить на город. Мне явно нужен какой-то профсоюз тут на вышивание рубашек. Потому что льняной ткани у меня достаточно, в принципе. Грузовые станции. Так, чуть позже этим займусь. Я думаю, что вот это все можно сбросить, по идее. Уже все не надо. Так. Есть. Этот возит, этот привез окна. Блин, все забываю, что можно не заходить сюда. Сделали удобно. А, давайте. Отправ...
Отправляемся. Давайте я парочку верну пока на всякий случай в старый свет. Мне тут не надо так много кораблей. Так, строим заправочную станцию. Ну, на чем поп... А, подождите, я еще хочу, чтобы гибискус... Где у нас гибискус вообще делается? Дарику, устрой гостю экскурсию. Проложите курс! Так, сейчас я посмотрю, что его... Еще 8, да? 10 минут. Мы должны сделать. Где он вообще? Вот это, что ли? Нет. Вот. Две штуки. Значит, нам вот тут надо где-то ставить профсоюз. Поторопитесь. Иначе нам придется покинуть остров. Ну или есть песок. Ну, сейчас. Не хватает немножко тебе гибискуса. Так. Как нам профсоюз лучше бахнуть? Очевидно, надо как-то вот сюда его разместить. Накрывает. Так, сюда. А, давайте глянем, сколько у нас пока льна. Может. Да, льна у нас пока мало. То есть я размещу эту чувиху чуть позже. И зерновые фермы пока нет. Нам надо теперь на льняные фермы трактористов размещать. Слушайте, а трактор, он не скажет мне больше... Блин, сюда еще что-то надо. Боже, еще... Ладно, стали-то я привез дофига, а вот этих... Грузовой корабль готов. Это я подзабыл. Еще 10 паровых машин. Ремонтируем. Полету готовы. Ну, надо привезти паровые машины, наверное, этим аэростатом. Есть. Так, нефтетанкеры пока норм. Доски у меня возятся. Там что-то из досок производится, я тоже уже не помню, что. Нас почтил присутствием мастер. Так, где-то... Смотрите, как быстро летит. Давайте сюда, вот тут я быстро подберу. Максимум отвезу. Добарим. Теперь, ну... Мне написали, что я в Табариме могу. Ну, Табарим это вот у меня порт. Тут какой-то международный теперь может быть торговля. Раз уж такова наша доля, так тому и быть. Так, слушайте, мне надо что-нибудь на рубашке купить. Нету какого-нибудь чувака на рубашке? Влияет на фермы гибиску. Ну, это все на фермы. Так себе. Влияет на сушильню. Влияет на иллюстратора. Производительность выше. Ну, кстати, можно... Давайте я, наверное, заеду. Я ж могу еще обновлять эти все... Ой, блин, не-не-не, стояночка. Я еще этот не завез. Сначала гибискус надо завести. К
квест выполнить. Тут 6 минут осталось. По идее, уже должно хватать, да. Курс проложен. Так, если что, тут уже топливо для... Я не помню, по-моему, трактор все-таки не увеличивает необходимое количество полей. Потому что если увеличивает, то мне их просто негде сажать на самом деле. Что ж, с этим мы определенно продержимся. Спасибо. Похоже, какое-то время голод нам не грозит. Слава богу. Спасибо мне большое. Сначала мы... Так, тут еще дороги надо провести. Корабль вернулся в порт. Какой корабль? А, это у меня грузовые суда обратно. Корабль вернулся в порт. Возвращаются, хорошо. Вот какой-то квестик. Жаль расставаться с Лани. Но она была... О, прекрасно. Козу сфотографировал. Как-то нерационально вы наше эфирное время используете. Благодарю вас. Боже. В зоопарк ее отдал. Так. Собственно, этим... Летим сюда. На всех парах! Блин, когда там уже этот институт доделается? О, сделался. Так, этот этап завершаем. Дальше. Железобетон есть, сталь есть, окна есть. Инженеров куча. А нет, не куча. Нужна 1000. Ну, кстати, он все равно может строиться. Хрен с ним, он будет строиться все медленно просто, что пускай. Так, во-первых, я, по-моему, вот это хотел на будущее прикупить. Теперь обновляем. Ферма пряностей. А смотрите, бонус для экспедиции, мастер на все руки, это что-то новое. Давайте, может, и животных подкупим пока. Ладно, давайте это пока отвезем. Мы оба осторожны в выборе партнеров. Маневрируем! Начинаем поворот. Музыка хорошая, конечно. Но мне нравится, в всяком случае. Так, давайте тут, пока не привезли еще, проставим. Блин. Тракторные эти. То есть, по идее, здесь в 3 раза увеличится добыча льна. Корабль вернулся в порт. Вот это... А, это аэростат. А, ну вот, он как раз везет то, что мне надо. Кстати, надо... Я постоянно к этой дороге... Надо в быстрый доступ добавить. Так, 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 так. Тут еще поля. Готовы.
Пути! А что тут вот за звездочка? Где она? Ну это не вот это. Не знаю, где-то или это. Ладно, не видно. Да, блин, все равно забываю, что уже контролом могу все. И, наконец-то, запускаем первые трактора в Африке. Ну-ка. А, нет, все-таки плюс 50% полей, блин. Тогда это не... Ну, в смысле, я смогу тут кое-где поставить, конечно. Но не так, чтобы много. То есть, видите, для этого я, например, 9 мне не хватает. Ну, в принципе, тут тоже могу засеять. Так что норм. Вот, уже пошли трактора. Так, ну, в принципе, и тут тоже можно сделать. Я тут засею, получается. А, нет, знаете что? Можно оставить проезд какой-нибудь. Вдруг тут что-нибудь еще построить можно. Будет. Так, ну и насколько улучшилось? Ну да, будет в 3 раза. Поэтому я думаю, что вот эти льняные можно убирать. Что-нибудь другое поставим. Как-нибудь по-другому дороги, например, проведем. Другие фермы можно будет организовать. Так, кроме того, Тефу. Тефу, так. Надо подумать. Слушайте, не добегает туда. Сейчас, а если я... Может мне как-нибудь вот так провести дорогу? Просто я поставлю, чтобы вместо гибискуса... Так, сколько у нас вообще гибискуса? 2. Производством льна. Ну это вот тут 277 максимум, потому что не хватает полей.
А вот здесь будет под 300. Будем считать, что у меня 8 полей, правильно? Ну, должно ли нам хватать? Произошел взрыв. Так, вот я хотел поднакупить еще чего-нибудь для музея. Вот, для ратуши повышение. Тушеное мясо и похлебка дополнительная. Уже 2 часа. Давайте возьмем. И волка у меня не было. Число урожаемых полей плюс 20. Я что-то пока не понимаю. О, карта. Карта для нахождения. Давайте вот пустыня этого возьмем. Мертвая и небеса над ней. Но что? Завезем. Пока к себе. На всех парах. И вот этим корабликом прикупим карту. Профсоюз нагоня. Фигня. Это у меня, по-моему, есть. Это тоже есть. Так, для ратуши. Этот у меня тоже есть. Не надо. Вот, финька. По-моему, финька не было. Еще обновим. Тело погну. На ферму Санга не хочу. Нет, это есть. На сушильню не хочу. Во! А, нет, это журавль. Я думал, это этот дятел. Изящная плитка. Не, давайте вот эту возьмем, потому что она эпическая. Так, надо будет завести в музей. Что мы тут понаходили? Так, вот этого давайте сбросим. А возьмем с собой музей, зоопарк, зоопарк. Давайте копье завезем. Так, как тут лен поживает? Пошел плюс. Тефа, кстати, дофига, поэтому можно силосные башни начинать делать. Да и в самой, для самого Тефа мне надо еще организовать эти трактора. Так, вот это. Смотрите, мы ее передвинем, похоже, вот сюда. И здесь поставим трактор. Это пока уберу. Немножко по-другому надо будет проложить. Трактор ставлю так, потому что иначе тут дорогу не провести. Немножко дебильно сделано. Нам бы не помешало больше полей. Еще поля нужны.
Да, потому что 252 поля, это прилично. Так. Теперь, что у нас с козьим молоком? Корабль вернулся в порт. У нас его дофига пока. Но мне надо добычу козьего молока там, где орошение имеется. Следи за краном. А, слушай, так давайте я это все сразу и свожу на мыс Трелони. Так, а здесь надо в ратушу посадить вот этого парня. Дополнительное счастье дает. Да, но мне все еще не хватает рубашек на самом деле. Наверное, придется просто еще одну. Потому что я так и не встретил необходимого мне здесь. Ваши люди чествуют своего лидера. Ну, вот этого еще можно взять. Плюс 2 счастья. Козье молоко и чай. Дополнительное повышение уровня счастья. А вот дополнительный... Ну, блин, слушайте, дополнительный доход. Я не думаю, что мне нужен дополнительный доход. У меня 420 тысяч. Доход и так. Маневрируем! Дополнительное счастье не помешает. Так, у меня, очевидно, дофига соли добывается и дофига... Дофига крупного рогатого скота. Давайте рубашечки тут поставим. Да, тут надо как-то по-другому. Вот эту ферму точно. Так, давайте пока эти две. Ну, вообще, как-то их странно разве, надо же было тут, тут. Ну, вообще, сначала мне бы вот эти гибискусные убрать, чтобы лен использовался. Кстати, глянем. Да, лен очень прилично валит. Поэтому, пожалуй, давайте уже. У нас нет материалов. Поставим здесь эту чувиху на замену. Используют семена льна, а не лепестки гибискуса. Все, удаляем гибискусные фермы. Сейчас проверим. Да, лен используется. Теперь тут надо как-то с дорогами еще разобраться, конечно. Тут ферма... Слушайте, вот эта дорога, наверное, вообще не нужна. Чествуют своего лидера. К этой фигне дорога, по-моему, не нужна, чтобы... Чествуют своего лидера. А, слушайте, тут есть ограничение по количеству орошаемых полей. Вот оно чё, Михалыч.
Блин. Так это реально проблема. Я еще вот тут... Ну, блин, мне это надо для создания книг, кстати, надо это место оставить. Слушайте, может мне вот эту фигню убрать? А, блин, мне нужна глина. Я просто думал, может мне покупать кирпичи, просто покупать, но мне глина нужна для создания керамики. Кстати, где у нас керамика? Корабль вернулся в порт. В общем, именно керамика. Ковры. Вот керамика, видите, глина. Так, ладно, давайте с Тефу разберемся. Вот тупо сделаем. Чтобы провести вот так вот дорогу, надо именно так делать, а потом убирать. Я сразу сделаю, потому что... Не ожидал вашего визита. Мне надо трактора поставить. И только после этого поля засеивать. Подождите, а что означает вот это поля? Вот смотрите, только в одном ферме Тефа 252 поля. Так что же он тут орошает тогда, я не пойму. А, это, наверное, на какую дальность... То есть сколько вот этих сегментов я могу построить? Тут тупо, тогда тупо переведено. То есть вот этих сегментов просто... Естественно, он не считает, сколько тут полей посеяно. Я надеюсь, все честно. Видите, только так могу сначала провести, потом убирать. Тоже вот то, что я не могу сразу поставить, например, ну, в режиме чертежа. Тракторчик. Недоработка все еще. Так что тут еще можно много патчей выпустить. Парочка полей неорошаемых. Ну вот, Тефу тоже у меня сейчас дофига должно быть. А раз дофига Тефу, то можно силосные башни строить. Давайте посмотрим, что у меня лен не уменьшается. Что я в гибискусе заменил его, он не уменьшается. Отлично. А чай гибиснусный 50 штук. Я бы еще одну тогда поставил. Потому что его не хватало.
И можно начать выдавать от сына? А ведь и старейшинам. Не прошло. Так. Да, вроде хорошо, мне тут нравится, что у меня тут трактора стоят. В принципе, здесь еще куда-нибудь можно будет завести. Тут какие-нибудь сделать Василька поля. Василька боялся, что местные куры не будут нестись. И настоял, чтобы я взяла с собой яйца в нашей курице. Надо ли мне уже очки начинать ей привозить? Или пока подождем. Так, давайте посмотрим, как обстоят дела с постройкой. Да, тут написано, что не хватает, но видите, все равно строится. Просто медленно. Так что это 40 минут еще будет строиться. Ну, что поделать. Так что тут в газете. Снова это ничтожество. О, боже, я думал, что пришел фотограф. Фига себе, мы победили в этом сражении, а он мне тут... Ладно, важно с тобой оставаться верным себе. Опубликуем, не буду ничего редактировать. А, подождите, я ж туда этих привез. Всякие интересные есть штуки. Так, во-первых, музей. Музей. Это два завода. Давайте еще одна музея. Разукрашенная маска и копье. Копье. И разукрашенная маска. Так, это у нас уже начинается собираться затерянные племена набор. На корабле что-нибудь в музее есть? Да, диорама Табакто и статуя Анубиса. Что, мне так очков скоро не хватит это все размещать. Статуя Анубиса поближе посмотрим. Красиво. И диорама Табакто. Так, это тоже, по-моему, разные все наборы. Да, это боги Дельты, а это сокровища Золотой Страны. Так, хорошо. Следующий у нас зоопарк. Энбесский волк. Двурогий хамелеон. Ваши люди чествуют своего лидера. Как волнительно, здесь известная персона. Готовы. Отправим обратно в НБСу. Так, финек, антилопа гну, фламинго, венценосный журавль. Все, вообще, где взять очков, чтобы это все заполнить? Раз, два, три, четыре. Так, венценосный журавль, розовый фламинго, пенек и антилопа гну. Смотрим, какие тут наборы у нас. Энбесское Нагорье, гордая сова. О, кишащие озера.
производительность плюс 20 на все береговые производственные здания, которых у меня на этом острове, например, нету. Просто. То есть, по идее, конечно, надо как-то разделять музей и в разных местах ставить. То есть, вот видите, тут, например, на береговые производственные здания. Ну и, видно, надо карту заюзать. Подожди, где тут у меня порт? Потерялся я. Как тут? Ой, да у нас тут Оксфорд строит. Такое ощущение. Так. Следи за краном. Охота за сокровищами в НБСе. Пора покопаться в старом сундуке. Для этого нам вот этот парень нужен. Его в НБСу отправляем. Ну и этот корабль возвращаем тоже. Наши склады вновь опустели. Да, господи. Мы надеемся на вашу щедрость. Ну, они, слава богу, все одно и то же просят. Идемте во внутренний двор, там есть свежий кофе. Ну, возьму карту. Договорились. Это вроде все есть. Ну, давайте этого все-таки возьму, ладно. Возвращаемся. Ратушу уже полностью заполню. Пути! Корабль вернулся в порт. Полет нормальный. Так, этого сбрасываем, этого активируем. Готовимся. Карту, чтобы сразу найти. Этого тут используем. Проложите курс. Ну, чая уже достаточно. Значит, 24 он хочет. А вот сушеное мясо что-то начинает подзаканчиваться, или мне кажется. Пора тебе поучиться переговорам, Витат. Я на вас надеюсь. Будьте терпеливы во время переговоров. Император хочет, чтобы я вел дела с вами, наместник в Кифтане. Хорошо. Сколько я знаю, вас интересует территория в долине за горой Ризы. К сожалению, я не могу расстаться с такой богатой и плодородной землей просто так. $25,000 должно быть достаточно. Говорят, что в реках долины за горой Риза находили золото, столь ценная земля стоит не меньше 75 000. Полагаю, у вас много потенциальных покупателей. Хорошо, 50 000, но не только вы заинтересованы в этой земле. Превосходно. Незаинтересованный вид часто помогает в переговорах. Ну, можно награду будет Готов. Забрать. Подойдите же. Успех достойный Нбесса. Так. Сюда надо. Маневрируем. Интересно, а когда я вот я смогу тут закончить это вот все улучшение? Видимо, когда я дальше по вот это, когда пройду дальше. Что ж, с этим спасибо. Похоже, Пути. Какое-то время голод нам не грозит. А, так вот у меня возвращение. К
Короче, я где-то должен найти этого Диата просто вот все и привести. Маневрируем. Да, мне явно надо еще одну на вяленье мясо, где, собственно, они у меня. Мясо, молоко. Где мясо-то вялю? А вот. Мне их две, да? Так, теперь давайте силосную башню попробуем какой-нибудь впендюрить. Давайте, так как силосная башня, собственно, в два раза увеличит, давайте я вот тут удалю вот эту фигню. Вернулся в порт. Так. Я удалю поля, хочу немножко их по-другому расставить. Так, сейчас Тефу привезу. Да, еще давайте проверим. Я могу вас научить, если сколько хотите. У нас этого. Да, вообще немерено. Надо в силос запихивать. То есть вообще сейчас должно быть плюс 300, так как эти на плодородной почве находятся. Пастбище. И плюс еще будет силос. Это вообще дофига. Да, тут, конечно, вот это интереснее-то. Скорее бы вернуться домой и лечь спать. Это дополнение в том плане, что тут прям несколько факторов надо учитывать при постройке. Так, где силос-то? О, везут уже. То есть, ну, 7, ну не 300, ведь 70, потому что не совсем полностью у меня на плодородной почве. Пошло увеличиваться силос еще. Отлично. Так, сколько у меня этих? 2, 3, 3. На самом деле, можно пока даже двумя ограничиться. То есть еще одну где-то вот тут поставить или здесь. Ну, в плодородных землях. Давайте-ка я вот эту уберу. Эту перенесу сюда. Тут, кстати, силос стоял уже. Класс.
Так, ну, мне кажется, мне двух пока вообще хватит. На самом деле. Выше крыши. Ну и на этом я пока, пожалуй, закончу прохождение. Конечно, эта серия больше такая... в развитии экономики. Была... чем в прохождении каких-то квестов. Еще с молочком разобраться. И можно жить. Сын прислал мне птицу. Я назвала ее Аммануил, что значит спасение. Кстати, мне надо... Да, вот эту фигню мне надо организовать. Так, а как у нас тут с Индигоферой обстоят дела? Блин, мне вот и на этих островах с Индигоферой надо бы... надо бы трактора... мне тут нету смысла улучшать терминал. Мне на самом деле надо вот тут поставить, конечно, еще терминалы сюда. То есть туда 100 завозить и сюда 100 завозить. Блин, а тут где-нибудь поближе можно? Похоже, придется все-таки тут ставить. А, блин, и проблема в том... Блин, не получится тут. Проблема в том, что этот терминал требует старейшин на работу, да? Или не терминал, а вот трактора. Что? Да, 75 старейшин. А, нет, не, по... не получится. Но... да, тефа у меня дофига, то есть силосные башни надо вовсю использовать. Ладно, все-таки закончу на этом серию. И так длинные получаются... Вы уж извините. Ну, сам... А, давайте, знаете что, давайте я сокровища найду. Тут два у нас сокровища есть. Значит, один остров такой. Второй остров. А, это два одинаковых. И я даже знаю, что это вот этот остров. Так, давайте смотреть. Где-то одно сокровище где-то тут. Разворот. Похоже, должно быть. Вот тут. Вот оно. Начинаем поворот. Сейчас соберем. Так, этот дает повышенный шанс найти артефакты и редкости, а этот обнаружить прицел. Вот этого давайте. Вдруг мы дятла найдем. Представители. Хотя тут от карты тоже зависит. Это мы что ищем? Отриньте сомнения. Их и так много. Блин, не понятно, там надо было по карте смотреть на самом деле. Если сквозь дождь что-то видно, готовьте старый телескоп. Корабли крушения, если поместье. Сквозь дождь что-то видно, скорее все-таки артефакты будут. Ладно, давайте это вернем. Боремся немного. Новый заказ. И начинаем погружение. Успех дается. Фигня. Легко. Фигня полная. Так, и здесь еще где-то у нас. Пути. Вот. Ну, то есть, как это? Вот открываете карту, видите, остров помечено где. Находите это остров. Тут такой формы у нас единственный. И тут заныриваете. Ну, это фигня, это можно сплавать, собственно, сразу продать. А вот еще какой-то. Есть. Просто левый, это не с нашей карты. Или мне показалось. Нет, не показалось. Вот же что-то
Разворот. Странно. Ладно. И там вот, видите, тоже у нас сонар что-то находит. Но это тоже все это со временем набивается. Это я уже в прошлых... Спасибо, адмирал. Блин, и это тоже есть. Что-то можно все плыть продавать, я думаю. Сразу. Ну, на этом все-таки я серию закончу. Спасибо, что смотрите, играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!